22 апреля в Ленинском районном суде решался вопрос об избрании Иванова мер пресечения на время следствия. Несмотря на то, что гособвинение настаивало на домашнем аресте, Иванова отпустили под залог в 500 000 рублей. На слушании также было решено отстранить главного спасателя от должности. Не согласившись с решением Ленинского районного суда, адвокат Петра Иванова подал в его интересах апелляционную жалобу. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Оренбургский областной суд постановление Ленинского районного суда города Оренбурга отменил, оставив без удовлетворения ходатайство следователя. Данные о том, что Иван, оставаясь в занимаемой им должности, продолжит заниматься преступной деятельностью с использованием своего служебного положения, окажет влияние на ход расследования органами предварительного следствия соответствующими доказательствами, не были подтверждены.